Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и добро пожаловать в игрушку Deep.io. Вот мы играем таким танком, нам надо тут выжить. Вот зря я нахожусь в центре, давайте сначала убежим отсюда. Вот смысл этой игрушки, чтобы прокачаться. И чтобы тебя не убили в этом постапокалиптическом мире, как я не знал, как это выразиться, короче. Блин. Давайте сначала убежим куда-нибудь в глушь, где никого нету, чтобы можно было немножко развиться. 30 уровня, когда мы разовьемся до 30 уровня, нам уже будет проще. Так, что мы прокачаем? Давайте регенерацию, здоровье прокачаем. Damage pool. Именно damage pool лучше сначала прокачивать, чтобы мы могли быстрее развиваться. Damage pool это конкретно вот я кубики могу убивать. А damage body, мне кажется, не стоит пока что прокачивать. Это именно урон танков. Твою мать, давайте скорость прокачаем. Скорость, чтобы от них можно было удирать. От танков. Сейчас мы докачаемся до 15 уровня, нам будет попроще, потому что мы сможем с вами уже выбрать нормальный танк. Так, давайте немножко. Красные больше дают, кстати, к опыту. Так, damage pool. Давайте damage pool прокачаем. Давай, пожалуйста. Сейчас нам надо докачаться. Вот, смотрите, нам тут повезло очень сильно. Damage pool, damage pool, давайте. Качаем damage pool. Хорошо, выбираем танк. А, так, танк, давайте тебя выберем. У меня, значит, автоматчик. Хорошо, сейчас мы уже будем покруче. Теперь смысл в том, чтобы... Мы пока что не вступаем в конфликт с танками. Нам нужно докачаться до 30 уровня. Это очень важно, ребят. Потому что сначала очень сложно играть. Так, давайте максимальное здоровье прокачаем, регенерацию здоровья. Так, скорость давайте прокачаем. Скорость пуль. Скорость пуль, я думаю, тоже стоит прокачивать. Также перезарядку стоит прокачать. Damage body я бы, наверное, пока что не прокачивал. Это именно повреждение танка. Мы же пока что с танками не будем в комплект вступать. И давайте максимальное здоровье. Максимальное здоровье прокачаем. Вот. И пускай потихоньку он будет регенерироваться. Мне кажется, это неплохая тактика. 21 уровень, ребят. Нам надо дойти до 30-го. А в хорошем... По-хорошему нам надо до 45 дойти, чтобы мы были вообще мощные танки. Так, я все-таки, наверное, прокачал жизни по максимуму сейчас. Давайте максимум жизни прокачаем. Так, ну и регенерацию. В принципе, неплохо. Мы же будем от них удирать, стараться. Так, и стараемся вот эти кубики убивать. Нам за них много дают очков. Ух ты, как мне повезло-то. Тут уже все знают, какие кубики лучше убивать. Так, давайте скорость прокачаем, чтобы мы смогли удрать от него. Так, регенерацию давайте все-таки еще прокачаем. Скоро 30 уровень, нам надо дожить, нам надо вообще убегать от всех. Вот, отлично. Красный, кстати, тоже неплохо дают копыта, так что... Желтый не обязательно, вот красный. Красный и синий вот нам надо в первую очередь убивать. Так, чем мы будем прокачивать? Будет думать, что давайте пока не будем, до 30-го не будем с вами прокачать. Давайте скорость прокачаем. Все, мы теперь очень быстрые танки, сможем в крайнем случае убежать. Так, от них. Что еще можно прокачивать? Reload, перезарядку. Да, давайте с вами прокачаем перезарядку хотя бы до 3, чтобы мы чаще стреляли. Отлично, скорость перезарядки давайте прокачивать. Тоже неплохая способность. Танков мы не будем убивать, мы не будем пока что прокачивать. Так, хорошо, я могу вот эти кубики легко рушить. Хорошо, что я быстро бегаю, ребят. Сейчас мне попытаются убить, конечно, но я буду защищаться. Благо, что я быстро езжу, ребят. Сейчас будет 30 уровень, это очень важно, ребят, очень важно дожить до 30 уровня. Так, вот, это мой шанс. Быстро прокачаться, да, так, выбираем тебя. Я сейчас стал еще мощнее танк, по идее.
Может, не сильно заметно, но я увеличился, ребят, в размере. И теперь надо до 45 докачаться. Так, скорость перезарядки давайте. Мы с вами будем чаще стрелять. Это очень важно. Не будем танки бить, будем с вами, самое главное, вот эти убивать. От танков будем просто удирать. Ну, уже 31 уровень, уже более-менее нормально. Давайте скорость все-таки прокачаем, чтобы совсем мы смогли в крайнем случае от них уехать. И скорость нужна, чтобы быстро, допустим, искать крутые, крутые ништяки, ребят. Так, треугольники. Давайте треугольники тоже будем рушить. А, желтые дают меньше всех. Так, вот легко отбиваемся. Вот самое сложное, то есть начало, начать, а потом будет попроще уже. Так, ну пока еще мало, ребят, пока еще нам долго надо лутаться. Сейчас скорость прокачаем, будет еще проще нам. Да вы что, шутите, что ли? Что это такое? Благо у меня регенерация, ребят. Регенерация, она нужна. Без него быстро пропадете. Но максимальное здоровье все-таки лучше, лучше как-то в сторонку уйти и постепенно регенерироваться. Регенерироваться и быть лучше максимальным здоровьем, чем у вас будет быстрая регенерация и мало здоровья. Мне кажется, не очень выгодно. Интересно ваше мнение послушать. Очень-очень сильно. Так, а что мы хотели прокачать? Мы хотели скорость, да, прокачивать все-таки? Скорость движения. Да, давайте скорость движения. Еще не на максимум, я хочу на максимум прокачать, чтобы совсем нам везло. Чтобы мы вообще от любого могли с вами убежать. Быстро находить всякие ништяки. Так, попробуем не на танках набиться, а вот именно вот на таких синих штуковин. Так, тут прям лафа такая. Так, самонаводящиеся ракеты. О, отлично. Так, 34 уровень. Нам еще десяточку, ребят, надо. Чтобы все было круто. Вот я еще вижу. Так, пока фартит нам. А потом, короче, охранники какие-то должны выйти и нам будут мешать. Вот я на другом канале снимал, они реально почему-то все за мной, три охранника, погнались. Там какая-то арена была написана. Мне нужно будет от них отбиться. Так, скорость, да, я попытаюсь вообще от них просто убежать. В принципе, у меня хорошая скорость. Я очень быстрый танк. Что будем качать дальше? Блин, надо подумать, действительно надо подумать. Перезарядку, давайте перезарядку качать. Чтобы чаще стрелять, это нам поможет тоже отбиваться от других пуль. Видите, как я часто стреляю. А уже в самую последнюю очередь будем качать именно дэмэдж танков, чтобы танки можно было рушить. Пока что мы такие мирные. Ну, у нас такая будет тактика. А в прошлом видео у меня тактика наоборот была. Я прокачивал именно боди дэмэдж. То есть это урон тела. Урон тела, видимо... Урон тела... Ну, там же написано, что мой снижен, а, видимо, урон тела конкретно танков. Видите, как я по чуть-чуть его отнимаю, а вот конкретно шарики очень помногу отнимаю. Какие шарики, блин, что я говорю, кубики. Мне кубики проще убить. Даже он первого уровня, я ему навряд ли что сделаю. Потому что у меня слабый урон тела конкретно. 37 левел, смотрите, 38, неплохо. Ой-ой-ой-ой, так. Отлично. Там еще один. Скоро вообще такие здоровые будут. Мне надо все собирать, все, ребят. Потом надо на видео посмотреть, именно за что конкретно мне дают опыт. Я просто сейчас не обращаю внимания на это. А, давайте перезарядку качать, да?
Видите, как я часто стал стрелять? Мне кажется, это тоже очень важно. Прокачай на максимум перезарядку. Потому что когда у тебя много пуль, ты от них можешь отбиваться, от чужих пуль. Это будет довольно-таки правильно. Так, у меня 39 уровень, нам надо 45 по-любому, ребят. В прошлом видео я дожил всего лишь до 40 уровня, это было не очень хорошо. Хочется на максимум развиться. Так, я в следующий раз тоже, да, перезарядку прокачал. Крутая штука. О-о-о-о-о-о. Неужто это мое все? Обалдеть, обалдеть. Да вы издеваетесь, что ли? Это... Я хочу это все сам забрать. Пожалуйста, дайте мне это здоровье. Дайте мне этот опыт. Кто конкретно возьмет? У меня 40 уровень, и есть шанс, что именно я отобью, ребята, я отобью это. Чтоб тебя убили. Ну-ка, у меня 40 уровень, давайте посмотрим. Фиг там. Ребят, не получилось у нас. Почему мне не везет? Я заметил, мне почему-то вообще нифига не везет. Тут уже, наверное, охранники появились. Сейчас должны по много здоровья, опыта давать. Сейчас самая жопа начнется. Попа. Так, мне на танке, в принципе, не так важно. Кстати, я в топе, я пока, меня даже в топе пока что нету. У меня 41 уровень. Ну, кто-то, смотрите, он куш взял, помните? Здоровый кубик. Хотя мы его вроде вместе били. Так, перезарядку давайте качать, перезарядку. Дайте мне, пожалуйста, это. Дайте мне, пожалуйста, это. Блин, ну пожалуйста, я хочу до 45-го дожить. Что ж, почему все так плохо-то? Вот так же взять и добить просто вот этот здоровый камень. Давайте пока мелкие хотя бы насобираем. Если что, лучше отступить, ребят. Я думаю, лучше отступить, а потом заново начать, если что-нибудь так совсем хреново будет. Так, вроде живем. Я сначала вот эти хочу облутать все. Так, кто там, смотрите? Попал в меня, смотрите. 44 уровень. Нафиг мне надо. Я, короче... Шесть какая. Да что ж ты будешь делать? Смотрите, как они все агрятся. Нет, не взял, не взял. Я так и знал, что я не возьму опять. Тут вакханейшнс такой творится. Мне надо отступать, ребят. Надо отступать. А, новый уровень. Давайте. Блин, ну я сильно не изменяюсь. Этот танк сильно не меняется. Хотя у меня 45 уровень. Все-таки мы взяли. Скорость перезарядки. Я все-таки решил до максимума докачать ее. Потому что он хорошо отбивается, ребят. И что, теперь надо до 60-го докачаться? Я даже в топ-10 не попал. Тут такие вот сильные танки у нас. Да, тут надо постараться, ребят, чтобы до 60-го, наверное, дожить. Я вообще, внешне почему-то я не меняюсь. Вот этот танк именно внешне не меняется. Там две системы было прокачки. Я мог мощного взять, мощного танка. Хотя, может быть, он большие, именно большие кубики. А, максимальный уровень у меня 45-й, все. А как теперь в топ попадать? Что мне вообще нужно для топа? И, то есть, я не могу больше ничего прокачивать. И нет смысла мне убивать. Нет смысла мне развиваться. То есть, я теперь должен убивать танки. Хреново, ребят, потому что у меня body damage 0. То есть, танку я нифига не сделаю. И смысл тогда мне их убивать, вот эти здоровяков. Давайте попробуем убить, может быть, это как-то повлияет. Зато, смотрите, ракеты мне нифига не делают. Очень мало урона наносят. А вот пули врагов уже больше. Тут
Дайте я срублю куш. Ну все, видите, у меня максимально 45 уровень. Ладно, теперь давайте уже убивать танки. Может, именно из-за танков мы с вами попадаем в топ. Не знаю, как тут система немножко действует. Так, а может быть игрушка потом как-то усовершенствуется, может будет больше уровней. Пока что только 45. Чтобы пробраться в топ, я не знаю, мне, наверное, надо танков убивать, что ли. Ну да, с танков. Кто убил сколько из танков, ребята? Кто 25 танков убил и попал в топ. Мне надо хотя бы 4 убить танка. Давайте, кстати, попробуем. Мы пока ни одного танка не убили. Сейчас будем охоту на танк начинать. На танков. То есть, самое главное все-таки не развиться. То есть, правильно, развиться самое главное. Чтобы попасть в топ, нам надо конкретно танки убивать. У меня хорошая скорость, я его должен догнать. Да смотрите, какой настырный. Убежал. А если интересно, в конец карты уйду. Вообще-то можно погибнуть? По сути, тут карта кончается. Но нам дают как бы преимущество, что за пределами можно немножко поиграть. Смотрите, он все отбивает мои атаки. Хотя я тоже... Я тоже, блин, неплохой. Так, одного танка убили. Ладно, мне надо 5 танков хотя бы убить. Так, один есть, будем считать. Будем, ребят, считать. Так кто ж победит? Мой-то круче, по идее. Ну-ка, вот похожий. Но я его побольше, видите? Ну, визуально он сильно не отличается, мой танк. Вот сейчас войнушка началась, ребят, за первенство. Можете комментировать видео, подсказывать, как правильно развить свой танк. Мне будет прикольно послушать. О, вот они, маленькие танки. Я думаю, их можно на маленьких хорошо нажиться. Всего лишь одного танка убил. Ну, не очень такой хороший танк, ребят. Второго убил, да, по-моему? Где написано, сколько я убил? Еще писали, было бы круто. Смотрите, он почему-то тоже быстрый. А вот маленьким не повезло, ребят. Они только начинают жить. Он хочет со мной стягаться. Да блин. Ушел. Хорошо. Не, вообще там такие крутые танки есть. Это просто жесть. То есть я, может быть, не совсем правильно развился. А сколько я уже троих убил, да? Мой просто автоматчик. Ну, тоже неплохой. Допустим, вот этот, Данилыч, мне больше, допустим, нравится этот танк. Я сейчас не буду автоматчика, наверное, качать. Да-да-да-да-да-да-да. Кто убил? Я пятерых, ребят, убил. Сейчас, смотрите, у меня пять. Есть, сейчас посмотрим. Я пока в топе на 9 месте. Так, пробуем повыше подняться. Тут уже 30 твоих убил. Им желательно их убить. Ну, в принципе, неплохая такая статистика именно на убийство. Мне уже не обязательно их убивать. Да, 45 уровень, конечно, круто. Смотрите, я даже ничего не могу этот остановить, снаряд. Я вообще могу врезаться в них. Такой же, смотрите. Все, убегаем, убегаем, ребят. Сейчас мы можем погибнуть. Если ты ранен, то тебе постараются в первую очередь добить. У меня есть регенерация. То есть, регенерация, она в любом случае, ребят, нужна. Нет ни регенерации, вы быстро погибнете. Она хотя бы самая минимальная, но должна быть. Я думаю, регенерацию не... ну, даже на две штучки прокачать уже будет нормально. А почему я из топа вышел?
Мне надо еще одного убить. Я навряд ли вот этого убью. Ну, я бы не сказал, что у меня не такой уж крутой танк. У меня автоматчик, ну, не крутой. Да я его убью. Почему так-то? Ты офигел, что ли, мой? Так, ладно, попробуем догнать. Если я не стреляю, то я, наверное, быстрее бегаю. Отлично. А, шестерых я убил. Мы не будем стрелять. О! Не будем стрелять, чтобы не привлекать внимания, я считаю. Когда стреляю, я немножко все равно, у меня отдача есть. Я его так не догоню. Но он все равно шустряк. Мелкие, они все равно более быстрые. Хорошо. Семерых я убил и в топе уже занимал почетное место. Восьмерых убил, а третье место, ребят, третье место мне. Мне надо лидеров убить, двоих лидеров хотя бы. Если я убью лидеров, то я буду первенство держать уже. Давайте закрепим немножко это первенство. Есть вероятность, что я его убью. Нет, 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 нет. Тут у меня... Тут смысл, короче, в том, что нам мне надо отступить. Отступить надо. И дождаться, пока восстановится здоровье. Не привлекать внимания. Хорошо. Не будем привлекать внимания. Ух ты, блин, надо было отбиться. Надо было отбиться, ребят. Мне сейчас этот мелкий даже может убить. Надо мне куда-то за грань уйти. Стоп, 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 стоп. Сейчас может все фатально кончиться. У меня... Я на третьем месте, ребят. На третьем месте. Они увидели, что у меня мало здоровья и попытаются меня убить. Этот средненький, ладно, пофиг, все равно от всех убегаем. Не очень у меня хорошая ситуация. Вот тебя я могу убить. Ладно, отвлекай внимание их не. Третье место у меня, девятерых я убил. Так, девятерых все равно. А, так, кто у нас на втором месте Д, а на первом Петру Чесов какой-то. А тем временем у меня здоровье восстановилось. Смотрите, вот такой же, как я, но видите, он поменьше. Я просто визуально больше. Может, не сильно заметно, но так оно и есть. Фу, ну, на первом месте, ребят, нам сразу не попасть, так я вам скажу. Пока мы лидеров не убьем, ничего не будет. Может, кто-то разовьется, чтобы он убил лидеров. Да смотрите, какие сильные. У меня, видите, у меня урон. Именно урон тела не такой большой, поэтому мне сложно топовых танков убивать. Пока они там бьют, я попробую их убить. Смотри, какой сильный. Вот он. Необычный танк. Или это вообще... Это не танк, может, это какая-нибудь турелька стоит. Смотрите, он заметил меня. У него была тактика стрелять по кругу как-то. Вот это опасно, вот это, ребята, опасно опять. По ходу дела сейчас, возможно, меня убьют. Скорее всего, мало здоровья. Нам надо отступить за пределы. Давайте пока тут потусуемся немножко. А, блин, в топе я. Я могу сейчас вторым стать в топе. Потому что один лидер уже скончался. Так, надо подняться. Подняться повыше. Там, где никого не будет. Вот он наш опасный. Опасный танк. Давайте от него удирать. Да, что ж ты, смотрите, мелкий тоже какой. Проворный мелкий танк. 69. Спустился я вниз в топе. А был на третьем месте. Да, моя ошибка в том, то, что, ну, я развился, да, в принципе, держусь я неплохо. Но вот теперь я танки плохо бью, потому что у меня вот эта характеристика не прокачана вообще. А это влияет на убойность танков именно. То есть мне уже сложно в топе. В качестве выживания мне легче, но в качестве того, чтобы занять топовое место, тут у меня уже я подвел себя. Скорость тоже, конечно, нужна, но, блин,
как-то надо компенсировать это поле, чтобы на средних характеристиках, на средних это все было, короче. Немножко того, немножко другого, немножко третьего. Может не так нужен урон пульса самих, как именно проникание пуль. А, не проникание, а боди проникание. Ну, именно, блин, как же, повреждение тела самого, то есть. Там много таких нюансов. Проникание пули. Проникание пули, урон пули, да? Булит, урон пули, проникание пули. То есть это надо все учитывать. Мне опять много-много здоровья. Блин, в следующий раз, я думаю, стоит именно дэмэдж, ребят, прокачивать. И танк, и другой танк прокачивать будем. Ну, блин. Как не могу убить. А держится ему довольно-таки долго. Иди сюда. Ух ты, смотри, эти малявка, ты еще до 45-го не дорос, уже что-то пытаешься сделать. Ну что, ребят, может быть, погибнем уже. В следующей серии мы с вами немножко по-другому, я думаю, нужно прокачаться. Довольно-таки неплохой уровень, я думаю. Все, погибли. Вот такая вот игрушка Deep IO. Комментируйте видео, ставьте пальцы вверх. С вами был Дарит, ребят. Всем до скорого. Пока-пока.